Если стена падет, мир обречен. В кино с 16 февраля. Великая стена. Динамично уже двигаются в сторону точки Б. Сейчас вот Гардиан будет ключевым игроком на этой позиции. Бомба падает. Уже была на радарах у защиты. Соответственно, перетяжка будет. И Словак еще уходит от Дюпри, который просто выходил только сейчас через коннектор. Ситуация 3-3. Астралис начинает заходить на плент. Чтобы писать бомбу, Гардиан делает минус 3. Ситуация 2-2. Гардиан! Ой-ой-ой, я не узнаю Словака. Минус 3. Экзипит. Ситуация 1-2. Это, конечно же, клатч. Команда Астралис. И выпад на Гардиана. Тот минусует и его. Лэн забирает Глейва. Вот так, ну, ошибка. Ошибочка. Симпл здесь. Зипекс отлетает. Зипекс тоже самое. Симпл просто в одиночку рискнул, чтобы взять этот раунд. И Герби тоже след за тиммейтом. Это уже минус. Остается один против всех, и он дает два хедшота. Дай третий. Нет, не даст. Дает. Прилетел. Какой же сладкий этот парень. И давай еще один. Давай повторение против Маузо. Божечки мои, это квадратил. Маус уже оформляет даблкил на больших цветках. Еще! Что это вообще было? Уже на последних двух патронах он убивает Дрейки вместе с Рейном. Те были очень-очень красные после получения хаешников. Эрикон, ему тоже передают привет. Это 15-6, друзья Кингвина явно другой тоже класс. Шпера играет с АВП на дуге, слышит туалеты, слева от него уже подкрался оппонент, делает гил, предупреждает, что рядом, нет, не понял, что рядом был оппонент, но Алло защелкал. Киашима тоже погибает, остается Рейн один против пятерых. Отлетает от Беттера Расмуса на 2-4. Ситуация, и еще и Нико выпад от него, но дело в том, что большинство пока что за командой Астралис. Глейв, очень важно сейчас не умереть в этой позиции. Ну, Глейв тут действительно для него позиция на раунд. Нико, как он это сделал? Вообще, настолько нестандартная позиция от Глейва, и он отваливается. Нико, дальше продолжает уже делать 3 минуса! Нико, это минус 4, монстр килл, это, конечно же, хайлайт. Творит историю. Прекрасный хедшот. Киашимало погибли, подтягивается Мичу. Ну, действительно, со стрельбой у нас никаких проблем, у польской дружины нет. Просто разваливают налево и направо. Девайс внедряется по линейке у нас на девятку. Спиди может просто словить сейчас ужасный тайминг. Ну как же так? Ну, сейчас Спиди может продать, возможно, этот раунд, если он отдаст позицию, и, соответственно, Ловлу просто заходит в спину. Ну, вообще девайс. Странно, что не контролится линейка, увидит двоих. Ой, ноги заметил. Ну, тут кого убить первым? Понятно, что Ловлу отстает, и Нико тоже след, но тут Спиди ошибся. Еще и он тоже погибает без размена. Пока что девайс уже бил, и 3 минуса.